מתוק. מתוק, כן. הכי מתוק אני יכול לדרגם לו, לא הכי טוב. טוב, סליחה. את הוא נוק רבה. אני רוצה קצת בפרשת השבוע. כמה רעיונות. Несколько идей с недельной главы. Анахну параша Мишпатим. Катуба, Песуха решен, в эле Мишпатим, шер тасим, лев, ифнехем. Не уцели азбир маша. Лифнея параша азот, анахну ламадну ала серет адибурот. Ле параша маот ктана. הכי קטנה בתורה, עשרת הדיברות. אבל מבחינת האיכות, מבחינת התפקיד שעשה לי, כמו הלב בגוף, זה הלב של התורה. פרשת משפטים זה הפוך בדיוק. כל הזמן, הלכות, מצווה, פפה, 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 פירות, כן, כתרגע. פרדושה גלועה בולה, 10 זפוידי, по причинам Мишпатим, так это есть одна самая из малых таких недельных глав, там несколько предложений, может 20, может даже меньше. Это сердце и тело. Лев, сердце, это тело. Так то предыдущее, там 10 заповедей, как сердце, там все нужно. А здесь он надо, это много здесь, много Мишпатим, это очень много, так уже это много галахот. Раши אומר במקור, מה זה ואלה המשפטים? הוא מדבר, הוו של ואליה, אנחנו נכתוב אלה המשפטים. למה מוספים וו? הוא אומר, רשי, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה עם וו, זה וו החיבור קוראים לזה. מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, זאת אומרת, עשרת הדיברות, אף אלו, גם כל ההלכות שאנחנו אומרים ללמוד כרגע, הכל מסיני. מה זה מסיני? מה זה מסיני? מי זה מסיני? השם. איך אתה יודע? הוא יודע. השם מסיני בא. Эти написано «Веле мишпатим в вав». Вав это связывает. Там, Петраш объясняет так, там написано «Эле», «Эти». Это отбрасывает то, что до этого было. Все отбрасывается. А «В», «Вав», что связывает, добавляет. Стан добавляет новое. Что объясняет здесь, что «Эле», то, что было, что мы получили до этого, 10 заповедей. В Синай получили 10 заповедей. А эти что? То, добавляются такие, то же самое, как эти 10, так эти 10, вроде вся Тора сконцентрирована. Эти ВВВ еще добавляет, и все, что сейчас будем учить, все эти алахот, алахот, все в Синае. А эти умер, улай, алаха азот, амитсва азот, зе, эфшар, катан, сарот, адиброт, батра, омерт, ло, моше, асарот, адиброт, мелоким, גם ההלכות האלה שאנחנו לומדים עכשיו בפרשה הזאת, כמו עבדים, שפחות, רצח, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה מאלוקים, גם מאותו מקום. можно было подумать, что так 10 заповедей в Синае, Всевышнего, это уже не все, или часть может быть, есть галаха менее важная, более важная, что часть Синае, часть нет. Ведь все это одно, все алахот, это все Синае тоже. Все получили, все комментарии, все получили Синай, что и то, что будем читать, и рабы, или рабыни, или кто кого-то увидел, как увидел, все, это все, Синая добавляет, добавляет. Как это касается к нам? היום בבית משפט, מישהו הולך לבית משפט בארץ ישראל, זה לא הולך על פי התורה, לא מסיני. המשפט בארץ ישראל זה לפי טורקים, אנגלים, או סתם ככה,
מהי נפקא מינה? אם זה הולך לפי התורה ומסיני, זה בסדר. אם לא, אז לא. דוגמה, אדם רוצה להתגייר. להתגייר. יש שם כמה שרוצים להתגייר, נכון? כן או לא? יש. שדיל הגיור. יש לידי, יש. בשביל להתגייר, צריך לעשות ברית מילה, לעשות תפילה, נכון? ולהיות בבית דין לפני זה, כל הדברים האלה, נכון או לא? נכון? אמרו לכם את זה? סקזר, אתה צריך לתרגם בדוד. לתרגם. איפה התחלנו לו? נתתי דוגמה, למה זה חשוב? במשפט ראשון, אחר כך אני כבר אחבר. אם לא זוכר. יש משפט עברי. יש משפט שהיום במדינה. כן, כן. ככה אתה עושה את סנס, סיצה. זאת יש את то, что учим Торе, это называется Мишпат Иври, еврейские законы. Это вязкое, то, что даже если кто-то вот ударил, кто-то развёл, сводится, разводится, всё это, так если это Мишпат Иври, это по Торе, это нас обязывает. А если это не по Торе, то это нас даже не обязывает, потому что не по Торе. Например, что по Торе, как человек, люди проходят гиюр. Гиюр Торе это похоже, что человек пойдёт не по Торе. Скажет, я еврей, но как ты еврей? Это нужно пройти обрезание, бритмила нужно, окунуться в мир, то есть какие-то еще процедуры, что делают, что это идет лифи мишпат иври, по еврейским законам. О, а то все кон кейлу лифи атора. То все бритмила, то все твила, а вал рега, рега, ми абеддин, а им абеддин у ми атора, או זה רפורמי, או לא יודע, משהו אחר. אם זה רפורמי או משהו, זה לא תופס, זה לא... אילי, דאז שגיל על שוק, כך נור פוטורי נפיסנו. יד אובריזניה, כך פוטורי, שזה כך פולוז'נו. יד את מיקו, שוב פוטורי פוטורי. נוטו שידית там, שיד סודי, не в שוב פוטורי, не ортодоксальная, а реформистка или другие. Я уже не פוטורי. Тоже это другое, это уже не то. כן, בבקשה. יש הבדל בין חוקים משפטיים. יש разница между законами Торы, это חוקים, а законы по социуме, не убей, не укради. Это есть משפטי, который судьи вывели. Беврит. Есть חוקים, יש משפטי, יש ביניהם. Если есть разница, спрашивайте. אם יש הבדל. יש הבדל, יש חוקים ומשפטים. משפטים זה בין אדם לחברו. חוקים, זה חוק. החוקים? כן, יש חוקים. חוקים ככה, משפטים ככה. לא, 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 לא. לא, בין אדם למקום. סלושתי. סלושתי, אבל תום פרוידו. משפט, היית פעם בין משפט. מה זה משפט? בין אדם לחברו. דוגמה. נו, כתו עדיין משפט? מזדו לודמי אתו משפט, נמוד בית מזדו. כן, באדם לחברו, חוק פרה אדומה. זה חוק. קרסנו קרוי, אתו זה זקון, אתו זה נהיה משפט. לא, זה לא בן אדם לחברו. אתו נהיה מזדו לודמי. זה בן אדם למקום. אבל בכל, למה אני אומר נפקא מינה? מה העניין? היום במדינת ישראל, יש ויכוח, ויכוח בתוך החברה, איזה חוק יהיה במדינה? או חוק לפי התורה, או איזה משפטים לפי התורה, או לפי החוקים שקיימים כרגע. בא רש"י ואומר, צריך ללכת לבית דין ולא לבית משפט רגיל, שנקרא ערכאות. Что-то для нас актуально сейчас, что в Израиле проходят дискуссии разные, как себя вести, или идти по законам Торы, или мишпат, что по турецким, вот английским, что здесь уложено. Так Раши наш объясняет, что нужно идти по законам Торы. Называется, это хуким, это мишпатим по законам Торы. Если не законы Торы, так это уже... Это аркаот называется, такие как судьи, это суды, такие, где человек живет в России.
Идет, там суд все есть. Но это уже не по законам Торы, или в другом месте, или в Молдавске, или в Украине, не важно. Эвдель бен парашат Итро и парашат Мишпатим де эц, му эц. А шореш де асерет адиброт. Авел аанафим де амишпатим. Амишпатим кшурим ла השורש, לא יכול להיות עת בשורש. זה מה שרש"י רוצה להגיד. Хочет Раши сказать, что разница между Итро, там, где есть дарование Торы, и здесь Мишпатим, это как дерево. Дерево есть у него корни, и есть ветки, что разлетается. 10 это заповеди только корни. Но с этих потом идет разлетение на все законы, по каким мы живем. Что перед случаем не быть рабом? Кто-то был рабом здесь? Мишу каная эвет. Они эти. Они гамайте. Кто-то был рабом, раб или что он был рабом? Почти. Тогда мы все были рабами. Мишу итхатен кампам? Мишу итхатен кампам? Не знаю. Ух, да, гука, нерху. А, гаму я на свой, кэн. Гаму на... Кэн, аю камана, кэн. Есть, есть кама шэм на своим. Тает хатан. А баль кашим, что нахтам хтухи. Гаму на свой, гаме нахам я на свой, гаму я на свой, зэву. Абадим. Вы были рабами, да, вы раб тоже. Вы были счастливыми. Не было, что я эвед самеях. כן, עבד טוב. ההלכה הראשונה שלומדים פרשת משפטים זה יש עבד, יש עבדים, תכף נראה איזה סוג עבדים, אבל זה לא רצוי. אדם רוצה להשתדל להיות חופשי, לא להיות עבד. שמרו שיש רבה. Но что нужно знать, что не нужно быть там, нужно быть свободным, нужно быть, не тянуть себя в рабство. Эх, бен адам нефах лэвэд. Как человек становится рабом? Эх, бен адам нефах лэвэд. Есть те эфшарути. Эфшарут ахат, что адаму ганав. Ганав. Что гонев, у гонев, наньях, лэхлэд банк. לוקח 4 מיליון שקלים, תופסים אותו, ואומרים, תחזיר את הכסף. אין לי, אין לי, בזבזתי אותו. בזבזת את הכסף, אז בית הדין מוכר אותו לעבד. הבנת את הפרוצדורה? כן. תגיד. Как, есть два способа, как быть рабом. Первый человек что-то своровал. Пошел в банк, своровал 4 миллиона. 4 миллиона, кен? Наганал. Своровал. И сейчас возвращай. Своровал, но возвращай. Так он, нет у меня. Нету. То, тогда я продаю рабство, чтобы отработал. Еще я вот. Эвед. Ну, мухримо то, что... Мухримо то не эвед. מוכרים אותו, שיבוא. כסף שמוכרים אותו, בית הדין, נותנים את זה לבנק. אין מי שגנב ממנו. זה אפשרות אחת. זה עוד אין וריאנט. אפשרות שנייה, שבן אדם עני, אין לו מה לאכול, הוא ימות ברעב, אז הוא מוכר את עצמו לעבד. תראה, תראה וריאנט, שרק... не богатый, бедный. Нечего кушать, ему тяжело, не справляется, никто его не хочет. А все продают рабство. Вот сидеть, будут работать и кушать нормально, чем вообще жить голодным. Я хочу разбить это, и корон это, район. Айом, им еще гонев. Это все мы то. Гумер, эли кашев. Мау симно. בית צוהר, בית צוהר, היום זה בית אברהם,
מקבל בית הבראה. במקום לשלם למי שהוא גנב ממנו, הוא מקבל בית הבראה. היום לפי החוק של האנגלים, הוא מקבל בית הבראה. מה הוא עושה עם הכסף שהוא לקח 4 מיליון? הוא שם בבנק, עם כל ריבית, יש לו כל הזמן. אז כדאי לגנוב. Сегодня или сейчас, когда человек ворует, что делать? Он скажет, у меня нету. Сядь за решетку. Не, он не удушает ему. Так он что делает деньгами? Он собрал 4 миллиона, положил это в банк. Деньги растут, растут, он все сидел немножко, потом взять еще больше денег. То суд, законы какие английские, или от туркинки. Закидаю его. И он находится в Бейтарае, в гусенице. Да кидай его. Он его там и кормят, и все. Да кидай. И не работает, получает бесплатно. И гам тарибит на банк. И еще процент в банке получает. Так. Так злодей делает такой... Цудек. Ми мекабел это незек. Ми шиганву ремену. Уже мекабел клю. Так, может быть, что для этого ему лучше, потому что он не думает о других, но тот, кого он своровал. Это этим тяжело. Дугма. А в Элифе Туран дело как. Има так ганавта, а то цах лахзир это кесиф. А в Элорек зе кафур. Кафун машина. Который это иначе, если своровал, можно сказать, мне нету. Верни, и даже 2 раза больше, если не вернул сразу. Учите его, что не стойте воровать, потому что будет проще, что придется тебе возвращать больше даже. Можно вопрос? Есть ведь другой вид воровства, когда мы говорим, что человек у другого ворует сон или его имя, статус, говорит плохие вещи. Это ведь другой вид получается воровства, который обсуждается как будто меньше, потому что его меньше видно. Какой из них страшнее? גנבות, שמישהו גונב מישהו מבחינת לישון, לא נותן לו לישון, או מישהו... גזל שינה. גזל שינה או משהו אחר גם. כתוב, time is money. זמן זה כסף. זה נקרא גם גנבה. דין פרוטה כדין מאה. Тоже воровство. Своровал копейку, сказал, скажем, шекель, своровал тысячу, и то воровство, и то воровство. Тоже воровство, но то другие подсчеты. Это более моральные. А специфия здесь, Эвен, лема шамэ, им атало им ганавта, тишалем кифлай. Им атало яхол, бет дин мухер отха мэ. Если своровал, завершает 2 раза больше, 2 не вот, ну а если не можешь, так тебе бет дин. Заставляет идти в рабство, отрабатывать. А юбилейный год долги прощают? Йовель. Вега. Мосин. Вега. Ба Торан говорит, абал, а ты не можешь быть эвед кол החיים. В 6 лет ты יוצא. В 6 лет ты יוצא. Байовель באמצע. Абал, есть бен אדם שאוהב להיות эвед. כמו, מה השם שלך? אדוארד. אדוארד אוהב להיות עבד של אשתו. נכון? נכון או לא? נכון? ואם אומר הבן אדם, אני לא רוצה לצאת לשחרור, למה? האדון נותן לי הכל. אוכל, לישון, בגדים, הכל. כמו מכון מאיר, הכל מקבלים כאן, נכון? נכון או לא?
Если хотят быть рабами, как Эдуард, что раб у своей жены, и другие по-разному, и кто-то... Я хочу стать рабом, хочу, как могут мне дать тебе пищу, дать спать, кушать, то-то-то. И еще вторые еще даже обучают. Вот мы лабдим Тора, афилу. Вот мы лабдим Тора, но тем авадим шела рав Адлер. Искренним. לא נכון, אני רוצה להיות. בסדר, אז זה מה שהתורה אומרת. מה היא אומרת? העבד בא ואומר, אהבתי את הרב אדלר, אני אוהב להיות עבד. הוא נותן לי הכל, למה לא? אתה נותן לי ממתקים, אני נותן לי. אז מה עושים? האדם הזה, התורה אומרת, זה לא טוב להיות עבד. לוקחים את האוזן שלו ועושים לו חור באוזן ליד המזוזה, כן? ואומרים לו, אדם לא נולד להיות עבד, אדם נולד להיות חופשי. אתה רוצה להיות עבד? זה כתוב בתורה, אסור להיות עבדים לעבדים, אלא אדם צריך להיות עבד למי? Человек хочет быть рабом, ему это нравится, так что делать? Ему берут его в мезузе, делают дырку в ушах, так что это мода, так что хор без узнает. Так, и вот не, человек не родился, чтобы быть рабом, человек родился быть свободным. Иуда Шара учился у него еще, говорит, что человек должен быть свободным. Хоть человек раб, он продается раб, продается раб, потому что и тот, и хозяин, но тоже раб Всевышнего. Да вообще быть свободным, без рабов. Тора учит, как выйти из этого, как не быть рабами. Раб просит не быть слугой ни у меня, ни у него, быть только слугой. Всего Всевышнего. Только один хозяин может быть, это Всевышний. Аминь. Шар-Куэх.